В Петербурге началось опознание погибших в авиакатастрофе на Синайском полуострове. Известно, что жителей Ярославской области среди жертв трагедии нет. При крушении самолета в Египте погибли представители 13 регионов, большинство – петербуржцы. В списке значатся также жители Карелии, Архангельской, Псковской, Новгородской областей, Тамбова, Тюмени, Красноярска, Смоленска, Барнаула, Перми и Удмуртии. На борту А-321, кроме того, находились граждане Украины и Белоруссии. В общероссийский день траура в храмах Ярославской митрополии прошли заупокойные поминовения. Воздушное судно компании «Когалым-Авиа», выполнявшее рейс «Шарм-эль-Шейх-Санкт-Петербург», разбился на севере Синайского полуострова. На борту самолета было 224 человека, включая членов экипажа. Причины крушения еще не установлены.